Я хочу сказать тебе что-то очень важное, но ты должна поклясться, что никогда... Ага! У нас тут ночной сеанс, значит? Ну вообще! Быстро включи обратно! Не включу! А ну марш в кровать! Все уже спят давно! Я уже большая и сама разберусь, когда мне спать. Надо будет мамочке рассказать, что ее миленькая маленькая розочка уже выросла. Я беда! Только попробуй! Лиска, ну будь человеком! Этот сериал только ночью показывают! Отдай! Не отдам! Полный восторг! Посмотрим, кому завтра больше влетит от мамы. Это была ее любимая фигурка. Не рассказывай маме, пожалуйста. А фигурку мы склеим. Ты же мне поможешь? Ты же хорошая. А я все, что хочешь, для тебя сделаю. Ну что ж, теперь будешь караулить, пока я смотрю свой сериал. И предупреждать, если кто проснется. Понятно? Мой милый, мой глупый. Ну вот, докатилась. Теперь я соучастница преступления. Побудь, пожалуйста, образцом тишины. Ты обещала караулить, а не бубнеть. Я свой сериал не слышу. И все из-за какого-то бредового сериала. Вовсе он не бредовый. Это Люси. Она сирота, а Мухтар, он очень породистый и благородный. Она его любит, бедняжка, но работает у него служанкой. И ей гордость не позволяет признаться. Представляешь? Я же говорю, бред! Мухтар, мои звезды и луна, мой рассвет, полдень и закат. Как мне передать, что творится в моем сердце? Если бы она знала, какая буря у меня в душе. Ты взял бы сам и сказал, чего мямлить-то? Ты не понимаешь, он боится потерять ее навсегда. Я хочу тебе во всем признаться, но это выше моих сил. Какой глупый пес! Почему он им не скажет правду? Они же страдают. Он, видите ли, не может нарушить клятву, которую дал матери. А этот Мухтар тоже хорош. Он же знает, что Люси его любит. И не говори. Ну вообще. Как я до этого докатилась. Я так и знала, что тебе понравится. Мне это совсем не нравится. Завтра же во всем признаюсь маме, пока не поздно. Мам, нам надо поговорить. Вот ты считаешь меня хорошим ребенком? Разумеется. Но это совсем не так. У меня вообще самые прекрасные дети в мире. А у тебя есть какие-нибудь сомнения по этому поводу? Да! Нет! Тогда или нет? Что-то я не пойму. Да не переживайте вы так. Никогда не любила эту фигурку. Так о чем ты хотела со мной поговорить? Просто хотела сказать, что очень тебя люблю. Чего такая кислая? Это все от недосыпания. Но ничего, сегодня ляжем пораньше. Больше никаких ночных сеансов. Отстань! Ну ладно тебе, не раскисай. Новые серии про этих твоих Люси с Мухтаром. Их даже еще по телевизору не показывали. Откуда? Ну, кто ищет, тот найдет. Твой сериал, конечно, полная юна. Но теперь и я хочу узнать, чем там все дело кончилось. Сестренка! Бежим смотреть! Куда бы это запрятать?
Дружок, ты мою сумочку не видел? Такая розовенькая, со стразиками. Не видел я твою сумочку. Хочешь, возьми мою. Ой, какая коробочка. А что в ней? Да так, ерунда всякая. Ну, сумочка у тебя же есть. Все, пока. Так, так, так. Так, интересненько, что он там прячет? Так, нужно выманить его из комнаты. Например, чемпионат мира по футболу. Прошлогодняя запись. Ой, Лиска, ты гений. Так. Болейте с нами, кричите с нами, свистите с нами, ведь сегодня финал! Финал? Гвоздь не в кеды! Как я мог забыть? И вправду, как? О, какой пас! Давай справа! Давай, справа обходи! С какой справа? Слева, слева давай! Ах, да кто так играет? Да! Где-то уже видел. Вот точно такой же пас. Ой, да что эти футболисты могут нового придумать? А? Ну, оле, 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 оле. Ну куда ты? Ну туда. Куда? Пост, давай, ну. Точно, прошлогодний матч транслируют. Не, ну это не прикольно. А, ты куда? Ну хужок. Ой. Ты чего? Его задержать. Ага, сама попробуй. Ой, да без проблем. А ты попробуй коробку найди. Угу. Давай. Мышь, мышь, дружок, ты мужчина или как? Иди лови ее. Кого ловить-то? Никого не вижу. Вон, вон она в нашу комнату побежала. Вон, вон, не дай ей уйти. Так, так, так. Ну, где эта мышь? Убежала, наверное. Не поймал. Конфеты. Какие красивенькие. Попробуем? Да что? Это же не наше. Только по одной. Дружок и не заметит. Клубничная. А у меня банановая. Интересно, а остальные с какими начинками? Да. И что теперь делать? Что делать, что делать? Следы заметать.
Пластилин? Элефантик. Прям как настоящие! Даже лучше. Все шито-крыто. Сестренки! Чего сразу сестренки-то? Это не мы. В этот замечательный день, 8 марта, хочу от всей души вас поздравить с тем, то, что вы женщины, а вовсе не мужчины. В общем, это вам, дорогие мои. Ну же, попробуйте, а? Я знаю, что вы любите сладкое. Если не съедите, я обижусь. Преступник пытался убежать, но полицейский прыгнул на него с крыши дома и надел наручники. Так, мотив преступления – фрикаделька. Так, младенец-телепат. А, вот! Брат-усыпитель! Родной брат подарил сестре шкатулку с усыпляющим газом. Это же надо! Так, открыв шкатулку, сестра сразу же уснула. А брат, пока она спала, похитил все ее конфеты. Ох, бедняжка осталась без средств к существованию. Какая наглость! Ограбить собственную сестру! Лиска, ну хватит уже читать всякую ерунду! У меня завтра контрольная! Ерунду? Вот когда тебя кто-нибудь ограбит, посмотрим, как ты запоешь. Генка, смотри! А что это ты тут делаешь? Не могу сейчас сказать. Это сюрприз. Лиза, это сюрприз. Нечего вынюхивать. Перед сном все увидишь. Перед сном? Ты хочешь сказать увижу, а потом усну, да? Ну, потом, конечно, уснешь. Извини, мне надо его доделать. Нет, погоди, давай-ка разберемся. Хоза, у Генки такая же коробочка, как в газете. Он хочет нас усыпить и ограбить. Да тебя бы я и сама с удовольствием усыпила. Но меня ты, Генки, зачем усыплять? Да хотя бы для того, чтобы незаконно завладеть твоими платьями и туфлями. Ага, Генка в моем платье. Замечательная картина. Как ты не понимаешь, все признаки преступления налицо. Первое, когда я вошла, он спрятал коробку под стол. Второе, отказался ее показывать. Третье, проговорился, что как только я открою коробку, то сразу же усну. Роза, мы должны его обезвредить. Так, мне это уже все надоело. Сейчас я пойду к Гене и все выясню. И если это не преступление, ты сегодня ко мне на пушечный выстрел не подойдешь. Главное, не дай ему понять, что все знаешь, а я буду в засаде. Я вошла, он спрятал коробку под стол. А, чего делаешь? Да так, сюрприз. Какой сюрприз? Покажи. Когда будет готово, я всем покажу. А сейчас рано. Второе, он отказался показывать свою коробочку. А это правда, что после того, как ты нам его покажешь, мы сразу уснем? Я не знаю, что с вами будет, когда вы его увидите. Может быть, уснете, а может быть, придете в космос, превратитесь в таракана, прикудой в туфельку, динозавра, а может, превратитесь в феодателя. Все может быть. Уснем, улетим в космос, превратимся в тараканов. Ну что, преступник попался? Мерзкий усыпитель. Девочки, вы чего? Сейчас узнаешь чего. Лоска, окружай!
Что за глупые игры? Нет! Вы ее сломаете! Лиска, не дыши! Сейчас газ пойдет! Ну вот, испортили сюрприз. Где усыпляющий газ? Чего? Не будет газа? Ты это сделал для нас? Наш любимый братик сделал нам такой сюрприз, а мы его сломали. Чтобы я еще раз стала читать эти газетенки, ни за что! Всю голову мне заморочили! Кошка-людоед до сих пор не пойман. Ага, так я вам и поверила. Он незаметно прокрадывается к своим жертвам. Мало кому удается спастись от малолетнего обжоры. Будьте начеку!